А! Да. Хорошо. Я до тебе на роботу. Який? Сьогодні адвокат приходив, свідків шукає. Зачем? Ділить твою квартиру. Зачем? Не знаєш чи що? А какого? Это от Наташи? Я не спитала в нього, чий він адвокат. Якщо ти нічого не знаєш, то вже ж не твій. Значить, Наташкін. А якого хера вона на цю квартиру? Це взагалі бабушкіна квартира. Яка вона має? Бабушка подарила тобі? Да. А, раз подарила? Подарила? Да, да, чи переписала? Ні, дарування. А, дарування, то вона нічого вони не хоче. Вони просто мене прописана, Наташа і Ліра. Ну то прописані, виписуй, ти маєш право. Ви представляєте, яка тварь, а? Оце ж я тебе хотіла побачити. Оце тварь. Бо я туди не можу піднятися. Мене нога. Оце тварь. Як до мене прийдеш, кажу, я стара, мені 90 років. Головне, що я відказуюся, кажу, що я нічого не знаю. Це коли це було? Це ж позапрошлого року було, цей ремонт. Да, так ремонт же мама висувала кошти, моя з Англії. Ну, пожалуйста, яка совість чоловіка є? Мама висувала деньги. І в тебе, що ти хату там продав. Я ж продав в Литві квартиру, да? Ось це тварь, ю-маю. Так він каже, що він напише бумагу і тоді принесе, щоб підписали. Бо що ремонт робили в місті, мол, все таке, ага, жили. Ага, хер, бля. За чиї деньги? За чиї деньги? Вона взагалі там не при чому та Ната. Її бабушка ненавиділа ніколи, бля. Все да. Життя її не любила, бля. Да. Я не ви знаю. Ж знаєте це ж все. Знаю. Я не знаю, як ти мог дочку на себе взяти і приписати. Так, да, я ж малу так, взяв. Так, і баба, ти воспитав малу. Ти бабу не слухав. Чого ти бабу не слухав? Вона ж ось тільки дитина родилась. Вчора тільки приїхала, ось маленький, 6 днів дитині. Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Тільки ось заїхали, ви представляєте, ви мені це кажете за цього адвоката. Я в шокі. Оце пару часов назад. Мені стільки кілограм. Вообще, я не рассчитывал этого. Не хотел. Я сначала думал рассказать все, но мне было очень сильно жаль Леру. Очень сильно было жаль. Потому что после этого всего пострадает в большей степени это она. Лера меня просила не выпускать видео на маму. Сказала, если это видео выйдет, то она будет против меня. Мне были поставлены условия вчера. Но то, что вчера случилось, то, что вчера произошло, я не могу молчать. Я молчать не буду. Я всегда был с вами максимально открыт. Буду говорить только то, что на самом деле было. Никаких здесь ситуаций выдуманных и постановочных не будет. Никакого актерского вы здесь не увидите. Я вам расскажу от нуля и до конца. Думаю, сегодня поймет меня каждая женщина. В этом видео поймет меня каждая мама. В этом видео поймет меня каждая девочка. То, что я вам сегодня расскажу, это вас повергнет в шок. И за вами делать вывод, хороший я или нехороший, плохой я или неплохой. Мне уже все равно. Я уже многое потерял. Я потерял уже и ребенка, я потерял уже и человека, с которым я прожил. Раз уж я уже говно, с их слов, значит, я буду дальше быть говном. Сзади меня сейчас находится только родившийся ребенок. Скоро вы увидите все видео, что произошло в нашей жизни, что было в роддоме. Вы будете шокированы. Справа от меня лежит моя жизнь, моя... все мое, моя девочка, которая родила мне ребенка, того ребенка, которого я мечтал всю свою жизнь. Она после реанимации, вчера я ее забрал. Она сейчас лежит, к сожалению, сегодня ее видео не будет. Я думаю, если вы ее видите, она там лежит. У нее еще до сих пор в руках катетеры. И каждый день ее, она посещает больницу. И ее нужно утром колоть. У нас не все так хорошо, как кажется. Я вчера с Никиного инстаграма выпустил пост. Выпустил фотографию, где Ника с цветами.
Это фото, сделанное до еще. Но хотелось как-то ее поддержать. И я выложил фотографию на ее аккаунте. Доступ у меня есть с моего телефона. После того, как мне скинули сообщение, что моя дочка стебается с того, что как это может быть находиться Ника в реанимации, а фотографии выставлять в этот момент. Так вот, хотелось бы сказать, что Лера, ты же знала. Ты знала хорошо, что Ника находится в реанимации. Ты знала, что она там. Ты приходила ко мне. Ты нянчила моего ребенка. Я тебя попросил, я сказал, Нику под общим наркозом. Ее оперируют, ее чистят. Ты это знала, ты сидела здесь. Ты держала на руках своего брата, моего сына. Ты ждала, пока я поеду до Ники. И ты, не зная, что Ника на операции, это не совсем с твоей стороны честно. Ты девочка, которой скоро 18 лет. Ты была здесь у меня дома. Я тебя оставил со своим ребенком на руках. И с твоей стороны это уже нечестно говорить, что она в реанимации выпускает фото. Фото выпускаю я. У меня есть доступ к аккаунту Ники. Нам нечего скрывать. Что я еще хотел сказать? Самое важное, вы вчера все смотрели мой Инстаграм. Инстаграм поверг в шок. То есть сторис повергли в шок всех. Тех, кто был за Наташу, всех, кто был против меня или за меня, все были просто шокированы. Самое большее был шокирован я. Я никогда не ожидал от человека, которому я отдал всю свою жизнь, с которым я прожил 17 лет своей жизни. Никогда не ожидал, что она будет судом отбирать то, что ей не принадлежит и не принадлежало никогда. Она здесь никогда не жила в этой квартире. Она никогда не имела отношения к этой квартире. Вы сейчас все позже узнаете. Почему? Я расскажу вам всю правду. Для меня это очень сложно дается. Очень сложно. Чтобы вы понимали, фотографии до сих пор Наташи и Леры находятся в каждом видео здесь. Лера находится со мной здесь. Это все при том, что Ника постоянно живет со мной. И на это она реагирует нормально. Я не удаляю эти фотографии и не выкидываю, и не прячу их в шухлядках. Они на каждом моем видео. Потому что это моя прошлая семья, и они мне дороги. Но сегодня наши дороги разошлись. Потому что с меня пытаются сделать полное говно. Но если я уже есть говно, значит, мне следует дальше быть говном. Мне терять нечего. Наташа подала на развод. При этом сказав, что она будет отсуживать квартиру. До квартиры она не имеет никакого отношения. Это моей семьи квартира, переходящая по наследству. От внуков, там от дедушек, от бабушек, до внуков, до детей. Она не имеет права, она никто. А я вам сейчас расскажу, почему она никто. Ни Лера не имеет сюда отношения, это квартира дарственная. Но какого-то хера она нанимает адвоката, и адвокат ходит, подымает всех полностью. Всех моих соседей приглашает в суд через неделю, чтобы они подтвердили, что здесь делался ремонт за деньги Наташи. За деньги Наташи делался ремонт. Так вот, скоро вы узнаете всю правду. Вы знаете, что я не общался со своей матерью, которая живет у меня в Англии. Последний раз, когда она приезжала, она оставляла деньги на ремонт. Она видела, в какой ситуации живет бабушка. Наташа сюда никогда не хотела вкладывать ни копейки, потому что моя бабушка ее ненавидела. Ее ненавидела не только моя бабушка, вся моя семья. Моя мать, моя родная бабушка, мое окружение, мой отец, которого я не видел 26 лет, с которым познакомил Наташу, мои друзья, все соседи, управдом. Никто ее не любил, потому что она вот скандалистка. Она скандалистка. Меня это очень сильно задело. То, что
Забирать то, что не принадлежит тебе, это уже слишком. Я хотел бы вам сказать одно, что я, как порядочный человек, уходя с семьи, я оставил все свое состояние. Наташа об этом знает. Лера это может подтвердить. Я оставил больше 30 тысяч долларов Наташе, чтобы она купила себе квартиру. И оставил деньги, чтобы Лера отучилась в жизни, в университете. Я полностью открыл ребенку все дороги. Я продал машину, Лера пришла ко мне. Я ей дал 7 500 долларов, сказал 2 500, отдай маме. 5 000 долларов, возьми, учись, учись на эти деньги, не трать эти деньги. У меня есть все переписки, у меня есть все отснято, что я передавал эти деньги. Еще даже подтверждение крови. Просто некрасиво получается, я прожил с людьми 17 лет в семье. Уходя, поступил как человек, оставив большую часть суммы денег, оставив просто им, потому что не хотел уходить как гондон последний. Это моя семья, там моя дочь и была моя жена. Я не ушел, просто забрав все, уходя по-английски. Я оставил эти деньги, и она это знает. А она мне писала, что я что тебе, последняя сука? Наташа мне писала, я тебе что, последняя сука? Что я буду у тебя все отсуживать? Что у тебя будут забирать машину? Мы с ней договорились. Я забрал машину, а тебе отдают вот эти вот деньги. И ты смеешь, ты сейчас смотришь это видео, смеешь претендовать на квартиру, которая переходила по наследству моей семьи, от которой квартира отказалась моя мама, моя мать, мой дядька отказались, чтобы она перешла мне. Моя мать оставляла деньги, делала ремонт, и ты об этом знаешь. Ты всегда знала, что здесь мать вкладывала в ремонт в это, ты это знала. И ты сейчас хочешь делить какой-то сюда ремонт, ты хочешь делить какую-то квартиру. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Ты желала смерти моему ребенку маленькому. У нас очень сильно прошли тяжело роды. Мы сейчас только все со всеми разгребаемся. И эта женщина 42 лет, которая настроила всю аудиторию против беременной женщины. Против беременной женщины, которая вынашивала 9 месяцев ребенка. Того долгожданного ребенка, которого я мечтал всю жизнь. Всю свою жизнь. Она настроила против. Наташа просто настраивала против. Делала все, лишь бы этот ребенок не родился. Она такая верующая себя говорит. Я очень верующий человек, я никогда нам не писала, не могла себе такое позволить. Ты что такое говоришь? Я ей писал, Наташа. Я говорю, Наташа, привет. Ты добилась, чего ты хотела. У нас были сложные роды, Ника попала на операцию, у нас все плохо. Ребенок чуть не захлебнулся, чуть не умер. Ты добилась, чего ты хотела. Ты опустила Нику ниже плинтуса, ты оскорбила ее родителей, которых ты никогда в глаза не видела. Чего ты еще хочешь? Это молодая девушка, она тебе вровне не годится. Она беременная девочка, с беременных не стебаются. Она ничего тебе плохого не сделала. В отношениях она со мной была, после того, как я ушел от тебя. От тебя ушел я. И я теперь не жалею, благодарю Бога, что я ушел от тебя. Просто ушел. Это слышит сейчас мой сын. Мой маленький сын, которым я могу поклясться, и своей любимой девочкой Никой, что я молю Бога, что я сейчас живу не с тобой. После того, как ты, волк в овечьей шкуре, решила настроить всех против беременной девочки, тебя осуждают все. Все наши знакомые, все, кто тебя знает в этом городе, уже все это прекрасно знают.
Мне звонят вот так вот. Звонят, встречают. Говорят, у нее что, крыша поехала. Твои соседи по дому, с которыми ты даже не здороваешься, вы сидели в одном подвале. Надела корону на свою голову. Кем ты стала? Что я тебе сделал? Что ты оскорбляешь мою женщину, моего маленького ребенка? Хейт полился от тебя, и это все знают. Хейт только оттуда. Моя мать с Англии скоро выпустит видео, а возможно и приедет. Она расскажет очень многое и очень интересное. Чеки мне уже все скидывали. У меня уже все поскидывано благодаря Владу. Влад переписывается с моей мамой. Вы знаете, что я со своей матерью не общаюсь. Все было из-за бабушки. Вы знаете, весь этот момент. Вы знаете, что мы вообще с ней не общаемся. Но пришел тот момент, когда пора нагнуть голову. И пора уже разговаривать. Потому что кое-кто собирается отобрать у меня, у моего маленького ребенка, у моей девочки, забрать то, что не принадлежит им. Разве можно быть такой свиньей, которой я оставил все? Я оставил тебе более 30 тысяч долларов. Это более миллион триста тысяч гривен где-то. Я тебе оставил на твою жизнь. Купи себе квартиру. Устрой ребенка. Так нет, ты говоришь, ты в Смеле жить не хочешь. Какая квартира? Ты хочешь жить в Киеве. Тебе все мало. Ты говоришь, ты инвалид. Я оставил тебя инвалидом. Инвалид, который занимается по 3 тренировки в неделю в спортзале. И ты калека, инвалид. Тебе не стыдно врать всем? Побойся Бога, если ты, Божий человек, настроил всю аудиторию против беременной девочки. Тебя не понимает никто. Тебя осуждают мамы, блин. Как ты можешь оскорблять девочку, настраивать ее родителей? И вы все хотите узнать, почему я ушел? Вы все хотите все узнать? Я знаю, что каждый хотел услышать это от меня. Все догадывались, кто-то где-то подозревал. То, что я вам сейчас скажу, это поставит конец на всех отношениях с Лерой. Больше мы никогда не увидимся, больше мы никогда не будем общаться. Так как поступила Наташа, запретив Лере общаться со своей бабушкой, со своим дедушкой, со своими родственниками, потому что у Наташи есть родители. Есть и мама, и папа. Вы всегда спрашивали, где же мама и папа Наташи? Где же бабушка, дедушка Наташи? Ну, Лерины. Где же Лерины бабушка и дедушка? Наташа запретила просто, вот вам ответ. Запретила общаться со своими родственниками. Так же само, как запрещает общаться со мной. Понимаете это? У меня есть все переписки, у меня есть все, что писала мне Лера, что пишет моя дочь. Все полностью заскринено в видеоформате, что она писала о маме, как ей тяжело. Вы все очень мало знали, где наша Наташа была, где она лечилась. Она же знает, что где она лечилась. Никому не секрет уже это будет, что лечится у психиатра. И уже не один год. И психиатр ей говорил, что мне очень жаль вашего мужа. Это со слов Наташи. Ей психиатр сказал, мне жаль вашего мужа. Я клянусь вам своим ребенком, что она мне это сказала, своим маленьким ребенком. Психиатр сказал, как сказала Наташа, что мне жаль вашего мужа. Что вы на него кричите, вы к нему так относитесь. И она мне подходила и просила у меня прощения. Самое страшное, что она запрещает общаться Лере со мной. И всего этого я хотел вам сказать одно. Почему я так долго не давал ответ на те вопросы, которые вы хотели услышать? Потому что Наташа обосрала меня, что я ушел, там ее, оставив ее инвалидом, калекой.
То, что я не должен сниматься с Лерой на YouTube-канале. Она обсирала все эти месяца, как могла. Уничтожала, как хотела, психику моей девочки. Она хотела добиться того, чтобы у Леры, у Ники был срыв беременности. Это всем уже понятно, это все уже поняли. Я хочу вам признаться, почему я вам не рассказывал всю правду. Почему я не давал вам ответку, а должен был быть. Я не мог, я сказал, придет тот момент. И он пришел. Дело в том, что Наташа сильно угрожала Нике. Она мне звонила, она мне писала, она мне не давала просто покоя. Если, с ее слов, если мы хотя бы с Никой в одном видео скажем ее имя или имя Леры, просто назовем, она просто придет и разорвет ей лицо. Она сказала, я приеду к ней домой, приеду в ее золотоношу, приду в дом к ее родителям, я ее разорву, говорит, и я не посмотрю, беременная ли она. И вы бы сказали, а че ж ты такой тютя, блин, там, или тюфяк? Ты не можешь угомонить, взять за гриву свою жену? Вы просто не понимаете, что Наташа психически неуравновешенный человек. И одна из причин, почему я ушел, я устал жить в криках и конфликтах. Я устал быть женщиной в семье, а не мужчиной. Понимаете, из-за чего я ушел? Это одна из причин. Она ходит к психиатру, занимается психиатра. Она не контролирует себя. Это волк в овечьей шкуре, которая на камеру снимается, одной жизнью живет. Когда выключает кнопку REC, она живет совсем другой жизнью. Я боюсь за ребенка своего и боялся за своего ребенка. И я сказал, пока Ника не родит нам сына, вы не узнаете всей правды, потому что я не знаю, на что способна Наташа. Ника боялась выходить из дома, потому что, говорит, непонятно, что она может сделать. Говорит, Женя, она, говорит, разъяренная, она обиженная. Она может додуматься вылить кислоту ей в лицо. Она может додуматься попросить кого-то, чтобы Нику избили. А это уже было. И я знаю очень многое. Она просила одну девочку. Она уже был разговор. У меня есть голосовые сообщения. Она хотела встречаться с девчонкой, которая, чтобы разговаривала... С Никой поговорила. У меня все есть полностью. Если нужно будет, я буду это публиковать. Но я не то говно, которое буду публиковать скрины своих детей, дочки, которая говорила о маме, которая писала всю правду, что она сейчас чувствует, не общаясь с папой. Это очень страшно, ребята. Когда ты прожил 17 лет своей жизни, отдал семье, а после этого против тебя повернулась твоя же семья и твой ребенок, который кинул мне ультиматум, если ты на маму что-то скажешь, я пойду против тебя. Вы все писали мне вопрос, а что же так? Ты говоришь на Наташу, такими словами я говорил, нельзя оскорблять. Что же так? Ты говоришь на ту женщину, которая тебе родила ребенка. Вы хотели знать правду. Я вам сейчас скажу эту правду. За все эти 17 лет я жил мечтой. Жил мечтой, чтобы у меня родился ребенок. Мой родной ребенок. Долго блуждая по улицам нашего города Смелы, я стоя засматривался на веселых родителей, на детей, которые играются на детских площадках, на пап, которые идут с детьми за ручку, мамы, которые возят маленьких деток в коляске. Я мечтал о ребенке все 38 лет. Мне почти 40, мне сейчас 38 лет. Да, мой маленький, я всю жизнь мечтал о маленьком ребенке, чтобы у меня родился ребенок. Мне не важно было, девочка, мальчик. Да, хотел девочку, не скрывая. Но я сейчас безумно рад. Я самый счастливый человек, что у меня есть сын. Все это время я жил мечтой только о детях. Меня сейчас поймет каждая женщина. Каждая мама, бабушка. Я вынужден был уходить из семьи. Мне нужен был реально ребенок. Я искал для себя женщину,
которую я полюблю, а не с той, которой я буду мучиться всю свою жизнь. Жить в ссорах, в недопонимании, и когда тебя держат не за мужчину, а за женщину в семье. Все эти 17 лет мы прожили, как наверное, два медведя в одной берлоге. Я всегда говорил, Наташа, два медведя в одной берлоге не живет. Дай Бог, я молю Бога, что в жизни мне встретился вот этот вот человек, который сейчас лежит, который прострадала все 9 месяцев, проплакала. Вы не знали ее истерики, мы молчали. Ника всегда говорила, что все хорошо, отвечала всем, все хорошо, потому что она не хотела притягивать себе плохое. Она говорит, Женя, пусть все думают, что все хорошо. Она всегда писала, все хорошо в Инстаграме. Я молю Бога, что я встретил ее. Молю Бога, потому что я ее сильно люблю, я ее очень сильно люблю. Я не любил так никого в своей жизни, как я люблю Нику. Я многое переосмыслил. Я многое думал о ней, да, поначалу плохого. Я многое ее подозревал во всем. Мне много плохого говорили за нее. Но это все слухи. Я сам был нехорошего мнения о ней. Но этого человека полюбил. Я полюбил ее до крика души. Я не смогу жить без нее. Я и сказал народах, если тебя не будет, с тобой что-то случится, я не хочу жить. И она мне сказала, а с кем останется ребенок? Я говорю, ребенок останется с дедушкой, бабушкой. Но жить, говорю, Ника, я без тебя не буду. Я вам клянусь своим маленьким ребенком. Врать мне нечего. Я люблю этого человека. Наташе мне было страшно говорить, что я ее люблю. Потому что я не понимал, что будет какая реакция. Что разъяренная Наташа еще больше включит режим истерички. Из-за этого я и никогда не писал, что у меня к Нике какие-то чувства. Потому что это могло закончиться еще хуже. Да, я был глуп, что я давал надежду своей жене. Я был глуп, и я себя в этом виню. Да, я не совсем хороший человек, но я хороший папа. Да, я гулял, да, у меня были отношения. Помимо Наташи, у меня были отношения. Переписывался я с девочками? Да, я переписывался с девочками. Я не святой человек. У меня были отношения в 2016 году, я уехал в Литву. Я нашел свою женщину, с которой хотел строить семью. Я приехал, вернулся с Литвы и признался Наташе, что я ухожу. Я говорю, я устал так жить, Наташа. Вы понимаете, что случилось? И она меня переубедила, что Женя, я поменяюсь. Я говорю, ты через полгода станешь такой же. То же самое, крики, не разговоры в семье. Она говорит, нет, такого не будет. Это было в 2016 году. После чего я выпустил самый хитовый топовый трек «Как дура плачу». Все на этой почве я написал эту песню, которая изменила всю нашу жизнь. Но самое главное, то, что вы хотите сейчас услышать, то, о чем поймет меня каждая мама и каждая девочка сейчас, то, что для Леры я не являюсь биологическим папой. Я не есть родной отец Лере. Это уже не будет секретом для вас. Я взял Наташу с маленьким ребенком, которой было 1.5 года. Я отдал всю свою жизнь, все свои 38 лет заради Леры. Я ее люблю, как своего родного ребенка. Я сделал для них все. А в оправдание я получил, что я говно. И у меня хотят лишить всего, забрать у меня все. Я ушел с семьи, оставил тебе больше 30 тысяч долларов, Наташа. Дал ребенку деньги на институт, на ее жизнь. Она сейчас хочет открыть либо салон, сказала, либо купит машину. А ты так поступаешь. Ты должна была благодарить меня за то, что я был отцом для твоего ребенка. Я взял с тебя с маленьким ребенком и жил только для вас двоих. У меня просто слезы уже на глазах будут накатываться. И при этом всем Лера повернулась против меня. Вы считаете это нормально? Прожить все 17 лет. В семье, где я хотел всегда своего родного ребенка, Наташа не смогла мне его дать, потому что у нее 2 трубы отрезаны. Она мне врала, что ей на УЗИ нашли 2 трубы. Она мне врала, останавливала, чтобы я от нее не ушел, находила мне справки липовые, я не знаю, где она их брала, и говорила, что у нее появились трубы. Зачем? Рано или поздно это бы закончилось, я бы ушел. Я отношусь к вам нормально. Я всегда помогаю, каждый месяц перечисляю деньги, плачу за квартиру.
У меня и все счета, все переводы, Лера, ты не дашь мне соврать. Я полностью даю деньги, у меня все переписки и с тобой, и с мамой. Зачем вы делаете говно с меня? Зачем настраиваете на моего ребенка родившегося? Зачем вы обижаете мою девушку? Да угомонитесь же вы уже, хватит. Я отдал для вас всю свою жизнь. Друзья, у меня села камера, к сожалению. Я сейчас вынужден записывать уже на iPhone. Лера, я тебя всегда любил и люблю тебя. И был для тебя всегда твоим папой. Я тебе вчера писал, но твоя мама перешла границу. Я знаю, что ты вчера лила слезы, ты дико записывала мне видео, какая ты. У тебя была вчера вот эта вот истерика, но тебе уже 18 лет, пора уже понимать. Ты уже взрослая девочка, ты знаешь, как я все время к тебе относился. Я тебя нигде ни в чем не ущемил, я все делал для тебя. Я всю жизнь отдал тебе. Ты недавно узнала, что я не твой папа. Ты в 15 лет узнала, что я не есть твоим отцом. Мы скрывали это все. Все время мы это скрывали. Я никогда никому этого не говорил. Я боялся, что кто-то узнает. Я дал тебе свою фамилию, я дал тебе свое отчество. Официально ты есть мой ребенок. Но твоя мама решила повернуть все вспять. Отказалась от своих родителей, от дедушек, бабушек твоих. И решила лишить тебя отца, меня. И я понимаю, что после этого видео мы больше с тобой никогда не увидимся. Мы после этого видео никогда больше с тобой не встретимся. Когда-нибудь ты подрастешь, и ты поймешь мои слова, когда сама станешь мамой. Мне очень жаль, ребята, что все так заканчивается, что была такая счастливая семья, Видео Бэйби. Был такой замечательный канал. Но я не могу терпеть, когда угрожают моей девочке, что она боится выйти, что ей разобьют лицо. Ника не с нашего города. Она приехала, она сидит только дома. Потому что боится эту разъяренную Наташу, которая сказала, если только видео выйдет про нее, то она придет сюда, и она разобьет ей лицо. И только Господу Богу видно, до чего сегодня может сделать Наташа. Мне страшно, что все это видео сегодня выходит. Мне страшно, что вы знаете всю эту правду. Я не хотел, чтобы никто не знал. Но просто, что Наташа имеет право убивать мою семью, лишать меня, моего наследства, делить то, что не принадлежит ей, при всем том, что я оставил тебе все. Я хочу, чтобы все знали правду. Я хочу, чтобы каждый знал правду. Ты боялась, что я расскажу, что я оставил тебе денег? Ты меня просила не говорить? Зачем ты это просила? Я не понимаю. Чтобы держать меня в дураках, чтобы все обо мне думали, что я сволочь? Ушел и не оставил ни копейки? У меня есть переписки, где ты подтверждаешь, что я тебе отдал все эти деньги. Да, я не взял у тебя расписку. Но самое страшное, что ты украла у меня деньги. Пока меня не было дома, мы складывали деньги все в одном месте. Ты пришла и украла ровно половину. Я не заметил сначала. Каждый месяц я ложил туда деньги. И после того, как я увидел, что денег стало меньше, я подошел к тебе, и ты мне признала, сказала, ты забрала деньги. Я у тебя спросил, зачем ты это сделала? Потому что ты уйдешь и заберешь все. И я решила половину забрать. Я тебе что сказал дальше? Я клянусь своим маленьким ребенком, что этот был разговор. Я тебе как сказал? Хочешь, Наташа, забери себе их все. Мне они не надо. Главное, чтобы вы жили с ребенком. Я говорю, я еще в своей жизни заработаю. Она, да, да, ручки пожала. Я улыбнулся. Она этого не делала. И как теперь выходит? Я теперь говно? Я обеспечил твою жизнь. Я обеспечил жизнь ребенку, Лере. Она не даст соврать, что я оставил деньги. Это большая сумма денег. Я ушел как адекватный и любящий отец семьи. Я не оставил вас с пустыми руками. Родные папы не делают того, что делал я для вас. Я не получил ни слова благодарности за воспитание дочки и то, что я сделал все для тебя.
с простой официантки в маленьком кафе, где ты сидела, у тебя ничего не было, где ты мыла посуду и бокалы. Я отдал всю свою жизнь ради тебя. И только в таком формате, к сожалению, я могу записать и обратиться к тебе через этот маленький объектив своего мобильного телефона. К глубокому сожалению, видят это все, потому что мы видеоблогеры. Ты начала это. Я держался до последнего. Меня просила Лера не выпускать это видео. Я держал это до последнего. Я боялся за свою Нику. Что ты можешь ей там линуть кислоту, ты можешь ее где-то толкнуть, ты можешь нанять, у тебя очень достаточно большая сумма денег, чтобы ее избили, чтобы мой ребенок умер. Я знаю, ты сейчас будешь оправдываться. Да, я не святой. Но я никогда не поднял на тебя руку. Я никогда не сказал плохого слова на тебя. Я не обидел тебя, я не материл тебя. Да, у нас с тобой было очень все плохо. Не было ничего хорошего. Не было уже ни любви, ничего у нас с тобой не было. Я устал жить так. Просто устал. Я хотела жить счастливо. А жить, извини меня, не разговаривать месяцами в квартире. Месяцами не разговаривали друг с другом. Я просто сходил уже с ума. Мне очень жаль, что так произошло. Извините те все, кто смотрел меня все эти годы за то, что я вам сейчас рассказал это. Это не должно было выходить никогда. Это должно было остаться в нашей семье. Но Наташа решила пойти сучьим путем. Отобрать у меня все. Сказала, я лишу вас всего. Уезжайте, говорит, в Золотоношу, живите там. Если ты не оставишь Лере квартиру, то я ее заберу. Она меня просила, пошли к адвокату, перепишешь на Леру квартиру. Ну так бабушка в гробу перевернется. Бабушка ненавидела ее просто. Бабушка была против всегда. Женя, тебе не нужна она, тебе не нужен чужой ребенок. Моя мать, тебе не нужен чужой ребенок. Мои друзья, ты же воспитываешь чужого ребенка. Мне все 38 лет говорили, что это чужой ребенок. Но не для меня он чужой ребенок, а для меня он мой родной ребенок, которого я воспитал с полтора года. Мне больше нечего сказать. Я больше не буду лить в ничего. Я никого не оскорбил. А в том видео, которое вы видели, что я ее называл стервой, на данный момент даже тварью, я останусь при своем мнении. Потому что слова благодарности, свой адрес, я не получил. Я воспитал тебе прекрасную дочь. Я сделал ее популярной. Я дал вам деньги жить дальше. Дал на обучение своего ребенка. Не каждый родной папа это сделает. Я все эти годы переодевался в женские юбки, в женские одежды. Плясал, был дурачком на ютубе. Одевал парики, клеил себя дурака. Ради чего? Ради вас. Ради вас. А получил слова благодарности со своей беременной, любимой девочкой. О том, что ну, ты желаешь нам смерти, чтобы мы умерли, чтобы не родился ребенок. Теперь пишут, жаль, что родился ребенок ваш. Это очень подло. Я считаю, очень подло. Бог тебе судья. Мне больше нечего тебе сказать. Пусть Господь тебя осудит. Лера, а с тебя я просто... Я не ожидал от тебя такого. За все эти годы ты никогда мне не сказала, не обняла, не подошла и не сказала, папочка, там, спасибо за то, папочка, спасибо за это. Сколько раз тебе писали все эти года комментарии? Почему ты не благодаришь за подарки, за то? Я сколько всего для тебя сделал? А теперь ты повернулась против меня? Теперь мама не разрешает тебе со мной общаться? Ни дедушками, ни бабушками. Теперь они со мной. Очень жаль, что все так произошло. Очень жаль. Прощайте, мои дорогие. Мне больше нечего сказать. Я всех очень сильно люблю. Мне есть чем сейчас заняться.
а не фокусироваться на проблеме. Как сказал мой друг Андрей, нужно фокусироваться на решении проблем, а не на самой проблеме. Я шокирован с того, что я просто увидел. Я шокирован с того, что я услышал, что она способна на это. Она мне писала, я буду последняя, что последняя сука пойти на такое. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, кто ты. Что ремонт делали вместе, мол, и все такое. Ага, жили. Хер, бля. За чьи деньги? Да. За чьи деньги? Она вообще там не при чем-то на та. Ей бабушка ненавидела николи, бля. Все життя ей не любила, бля. Да, я не знаю. Ви знаєте це ж все. Знаю, я не знаю, як ти мог дочку на себе взяти і приписати тут. Да, я ж малу взяв. Воспитав малу. Ти бабу не слухав. Чого ти бабу не слухав? Вона ж усе тільки дитина родилась. Вчора тільки приїхали, усе маленькі, 6 днів дитини. Хлопчик чи хлопчик. Тільки ви все заїхали, ви представляєте, ви мені це кажете за цього адвоката. Я в шокі. Ось це пару часов назад. Я стільки кілограм. Так що я оце ж сижу і тебе жду. Вона жде тебе. Що казати? Щоб не підніматися. Яке вона має право на цю квартиру? Це взагалі бабушкина. Я єлі бабушку упросив, щоб їй Наташу приписали. Бо їй нема ніде було приписувати, її ж родителі вигнали, ну вона не общається з родителями теж. То вона вирішила тут ще квартиру відбити. Оце, звісно, да, оце поворот. Слухай, ось Микола, то він говорив, що якщо Дарша, тобі Дарша, що баба тебе. Якщо Дарша, вона ніякого права не має. Вона дасть. Вона не має ніякого права. У мене дарування, так. Ніякого, каже, хай він не виспокоїться, каже, ну вона має. Їй, каже, нічого не присудять. Зараз, каже, ну висякує. І такий закон і раніше був. Раз подарена, раз подарена, Татьяна, і вона не ділиться. Та ні, та взагалі, навіть як можна їй може в голову таке внести, я її з дитиною взяв, воспитав їй дитину, оставив їй кошти, я їй 33 тисячі доларів оставив. І уйшов, говорю, мені машина, а тобі, говорю, 33 тисячі доларів, купи собі, говорю, квартиру, і дитині, говорю, на інститут. Ви представляєте, скільки це 33 тисячі доларів? Це більше мільйона гривень. І я ніде не фіксував. Я як людина уйшов, говорю, я ставлю взросла дитина, все, говорю, я ухожу, у мене, говорю, вагітна дівчина. Ну так склалося, я завжди хотів дитину собі, свою дитину. Правильно. А вона це, вона ще охуєла, ну я вже не знаю, вона просто не має, вибачте, що я матюкаюсь. Я вже не знаю, бабушка просто в гробу перевернеться. Я бабушці такий заказав пам'ятник, що через 10 днів, місяць роблять. Там такий пам'ятник, прям як, я не знаю. Ну що, друзі? Всем привет, мы из Украины. Сегодня очень экстренное видео, мне немножко непривычно говорить сейчас на русском языке, но так как большинство попросило меня все-таки выпустить это видео, долгожданное видео, которое я обещал, на русском языке, чтобы поняли все, потому что многие не понимают, пишут, Женя, мы просто не знаем украинский язык, как посты читать, переводить. И мы хотели бы услышать от тебя всю правду. Жители Украины, вы понимаете русский язык, извините меня, что сегодня я говорю на этом языке. Я сегодня хочу рассказать вам все то, что вы никогда не могли бы подумать. Все то, что должно было храниться в тайне за семи мокрими печатями. Да. Так что я оце ж сижу и тебе жду. Вона жде тебе. Що казати? Щоб не підніматися. Яке вона має право на цю квартиру? Це взагалі бабушкина. Я єлі бабушку упросив, щоб їй Наташу приписали. Бо їй нема ніде було приписувати. Її ж родителі вигнали, ну вона не общається з родителями теж. То вона вирішила тут ще квартиру відбити. Оце, звісно, да, оце поворот. Слухай, ось Микола, то він говорив, що якщо Дарша, тобі Дарша, що баба тебе. Якщо Дарша, вона ніякого права не має. Вона дасть. Вона не має ніякого права. У мене дарування, так. Ніякого, каже, хай він не виспокоїться, каже, ну вона має. Їй, каже, нічого не присудять. Зараз, каже, ну висякує. І такий закон і раніше був. Раз подарена, раз подарена, Татьяна, і вона не ділиться. Та ні, та взагалі, навіть як можна їй може в голову таке внести, я її з дитиною взяв, воспитав їй дитину, оставив їй кошти,
Я ей 33 тысячи долларов оставил. И ушел. Говорю, мне машина, а тебе, говорю, 33 тысячи долларов. Купи себе, говорю, квартиру. И дитині, говорю, на институт. Вы представляете, сколько это 33 тысячи долларов? Это больше миллиона гривень. Я нигде не фиксировал. Я как людина ушел. Говорю, я ставлю взросла дитина, все, говорю, я ухожу, у мене, говорю, вагітна дівчина. Ну так склалося, я завжди хотів дитину собі, свою дитину. Правильно. А вона це, вона вообще охуєла, ну я вже не знаю, вона просто не має, вибачте, що я матюкаюсь. Я вже не знаю, бабушка просто в гробу перевернеться. Я бабушці такий заказав пам'ятник, що через 10 днів, місяць роблять. Там такий пам'ятник, прям як, я не знаю. Ну що, друзі, всім привіт, ми з України. Сегодня очень экстренное видео. Мне немножко непривычно говорить сейчас на русском языке, но так как большинство попросило меня все-таки выпустить это видео, долгожданное видео, которое я обещал, на русском языке, чтобы поняли все. Потому что многие не понимают, пишут: «Женя, мы просто не знаем украинский язык, как посты читать, переводить. И мы хотели бы услышать от тебя всю правду». Жители Украины, вы понимаете русский язык, извините меня, что сегодня я говорю на этом языке. Я сегодня хочу рассказать вам все то, что вы никогда не могли бы подумать. Все то, что должно было храниться в тайне за 7 мокрыми печатями.